В этом году особенная конференция. Она особенна тем, что это совместная конференция Российской ассоциации репродукции человека, РАРЧ, с International Federation of Fertility Societies, ИФФС. И это очень значимое событие в нашей профессиональной жизни, потому что ИФФС объединяет людей, занятых в репродукции по всему миру. Я должна сказать, что работаю в области ЭКО, лечение бесплодия, уже очень много лет. И за эти годы наблюдаю прогресс не просто в лечении бесплодия, а невероятную эволюцию самого ЭКО. И по сей день, каждый год приносит в ЭКО что-то новое. То есть меня поражает скорость, с которой эволюционирует само ЭКО. Поражает необыкновенный потенциал этой темы, которая не только привела к невероятным результатам. Вот возможность в узком кругу пообщаться с великими мира сего в области репродукции, она бесценна. Поэтому я вас всех призываю принять участие в этой конференции, внести свою лепту. Если у вас есть свой опыт, замечательно. Если пока еще нет своего опыта, получайте его не только за рабочим столом и за гинекологическим креслом, но и вот в таких мероприятиях, как наша совместная конференция. Не упускайте возможность посетить это мероприятие. Оно, безусловно, будет интересным и полезным. Будем рады вас видеть, пообщаться, погулять по Петербургу, который всегда прекрасен, ну и обменяться опытом, мыслями, идеями. Ждем вас в Санкт-Петербурге.